Здравствуйте, друзья. Я вот тот самый человек, у которого уже, считай, на конце четвертого десятка лет впервые появился ВД-40. Много я слышал об этой волшебной жидкости, легенд о том, как появилось это название, что 40 это 40-я попытка. Ну, неважно. В общем, насмотрелся я в свое время разных лайфхаков того всего 5-10 про ВД-40 и решил сам попробовать некоторые вещи. Ну, это вообще, конечно, классный пузырек. Вот это вот даже мелочь, что в крышке вот так вот хранится. Вот это вот брызгалка. И то прикольно. Ну, пробовал кое-что. Вот хочу с вами поделиться. То есть, смотрел я лайфхаки какие-то. И что ж, получилось у меня. Ну, поехали. Что там? Оттирание маркеров с пола. Дочка разные маркеры пожертвовала, чтобы смотреть, фели оттираются. Ну, здесь у меня кусочек суперклея. Давайте посмотрим, возьмет, не возьмет. Так, сразу скажу, суперклей с пальцев берет отлично, если вот только-только нанесли. Это да, суперклей с пальцев берет. Так, набрызгали на ламинат различные тут покрашенные маркерами. Вау, обалденно. То есть обычно маркер с ламината свести тяжело. Свелось на ура. Так, суперклей. Ну пусть, наверное, еще постоит. Где-то я читал, что клей он тоже убирает. Пускай пока постоит. Дальше. Зеркало. Два раза брызгал на зеркало. Говорят, что если побрызгать на зеркало в ванне, но не запотевает. Два раза брызгал, два раза запотевало. В конечном итоге получил люлей от жены. И перестал этим заниматься. Плесень черная на кафеле. Ну, смывает. Ну, смывает точно так же, как любое чистящее средство. Не лучше, не хуже. Экран компьютера. Блин. Даже хуже, чем чистящие салфетки. Так, давайте пока начнем со жвачкой. Специально вчера жвачку прилепил. Так, пусть, наверное, немного помокнет. Замок. Да, замки, правда, был на работе замок, который открывался уже, ну, просто через силу. Люди нервничали. Побрызгал один раз ВД-40. И как бы замок реально хорошо открылся. Со жвачкой. Что-то, конечно, идет. Вы знаете, может даже в принципе и идет. Сейчас жарко очень. То есть что я сделал? Я жвачечку положил и ногой еще раздавил. Но, в принципе, секретный раствор работает. Ну а что не будет работать? White Spirit и керосин. Все, жвачка, да. Жвачку оттирают реально на ура. Ну, про кольцо, которое снимается с пальцем. Работает, работает точно так же, как если бы вы мылом помазали. Суперклей. Посмотрим, дверные петли, которые скрипят. Вы знаете, когда побрызгаешь, они реально перестают скрипеть, но весь скрип возвращается быстрее, чем если бы вы это смазали какой-то реальной смазкой. Потому что ВД-40 это не смазка. ВД-40 он устранит влагу, на какое-то время даже трение уменьшит, но это не смазка. Давайте попробуем, как убирается ржавчина. Здесь вот на штыке немного ржавчины есть. Просто брызганем.
Ну, конечно, как средство для убирания ржавчины, ВД-40 зарекомендовал себя хорошо. Пробовал натирать кожаные вещи, но, честно говорю, пока еще под дождь не попали. Не знаю. Ну, пусть немножко полежит, посмотрим, что тут у нас с суперклеем. Не знаете? Похоже, что даже что-то здесь все-таки и размягчается, вы знаете? Господа, я думаю, что если побрызгать еще разочек парочку, то оно реально отойдет. Отойдет. То есть клей берется. Потому что смотрите, как без ущерба я уже половину снял. Думаю, клей отойдет. Ну и пока ржавчина немножко полежит. Долго искал, чтобы такого найти трудного и мягкого, нашел вот такой пакетик. Давайте попробуем с вами оторвать от него этикетку. Говорят, что если все это промазать, потом начинать отрывать, то очень легко отрывается. Ну, сейчас проверим. С простой какой-то бутылки было неинтересно. Там она твердая, круглая. Решил, что нельзя такое с более сложными формами и контурами. Смотрите, правда, достаточно хорошо отходит. У меня просто есть второй такой тыклок. Сначала пробовал на нем. Не так. Тут смотрите, ну просто во. Реально здорово. Единственное, все-таки минус всего этого дела. Ну, очень вонючая жидкость. Так. Проверяем тут пока на ржавчине. Итак, повторюсь, что получилось у меня. Зеркало от запотевания не защищает. Плесень с кафеля убирает не лучше, чем любые чистящие средства. Экран компьютера протирает даже хуже, чем чистящие средства специальные. Краны ванн в раковине, вот эти все, да, то есть краны-смесители, ну да, убирает он с них налет, но ничего такого экстраординарного. Я-то читал, что какие-то кастрюли, вот это все снаружи, ерунда, это все. Я так понимаю, что какую-то накипь он уберет. Хорошо, ну, кастрюли снаружи покрыты не накипью, а жиром, поэтому нифига не убирает. Замок, да. Не знаю, что он делает с замком, но замки начинают открываться лучше. Кольца снимаются, суперклей с пальцев оттирается моментально. Если капнули и пальцы склеились, пшикнули и отдерете без труда. У меня вчера приклеился два пальца вот так, а большой приклеился прямо к самому тюбику. Ну, нечаянно так получилось. Суперклей с поверхности, в принципе, вы знаете, если постараться, уберется. Не хочу тратиться, я видел, что убирается. Ржавчина, да, вот что-что, ржавчину он убирает хорошо. Маркер с пола, причем разные маркеры. Я взял просто у дочки разных, какие там были. Перманентный маркер, маркер для доски, обычные маркеры, фломастеры, то есть нескольких разных фирм и стран-производителей. Ему без разницы, он оттер все. Жвачку оттер, как в одном из лайфхаков. Говорилось о том, что ВД-40 это хорошая жидкость для разведения костра. Ну, естественно, хорошая. Керосин, вайспирит. Горит и то. Но вы знаете, дороговатое удовольствие для разведения костра. Но все это хорошо горит, поэтому мазать ватку, бросать в воду и поджигать мы не будем. Но то, для чего брал его именно я, для борьбы с ржавчиной, он отрабатывает полностью. То есть здесь претензий нет. Так что, дамы и господа, ну, наверное, не совсем правда
после всего, что говорят про ВД-40. Но основные какие-то такие функции, вот жвачка, знаете, превратилась в такое что-то вот, да, очень такое странную субстанцию после ВД-шки. А, ну и снимает наклейки, да, реально хорошо. В общем, дамы и господа, смотрите сами. Верить вам всем подряд лайфхакам или не верить, не настолько это чудесная жидкость. Запомните, пожалуйста, еще раз, это не смазка. То есть это такой, знаете, вот как бы палочка-выручалочка, да, на некоторое время. Да, заскрипели петли, подошел, брызнул, перестали скрипеть. Да, вот надо протереть кран, а нечем. Брызнули, протерли, кран заблестел, кран стал красивым. Но вот стоит ли потом вот этого вот ванизма на всю кухню этих результатов? Ну, понимаете, там, когда ждете неожиданно девушку, увидели грязный кран, все это можно быстренько привести в порядок. Ну и запах ВД-40, запах настоящего мужчины. Но в нормальных штатных ситуациях, конечно, должна быть и смазка для дверных петель, и жидкость для мытья, да, раковины, кранов и всего остального. То есть это такое форс-мажорное выручалово, которое в доме должно быть. Ну, вот реально, в доме оно должно быть. Что очищает от смолы, клея, жира и так далее, и так далее. Честно говоря, насчет ножей, вот вы знаете, как-то не уверен. Пробовал я нож. И получается как? Что тут же написано, что нельзя, чтобы это контактировало с едой, да? А получается что? Вот нож упал в воду. Написано, для большего эффекта не вытирайте. То есть нож упал в воду, я это брызнул на осевое, да, туда, вот в ту сторону. Для чего? Чтобы вот это все воду вытеснило. Оно воду вытеснило. Но каждый раз, когда я открываю клинок, получается, что на него попадает изнутри ВД-40. То есть для того, чтобы от ВД-шки избавиться, во всех углах там протереть не получается. ВД-шка для чего-то используется? Там, где вы не можете подлезть тряпочкой, брызнули ВД-шку, и она воду вытеснула. То есть получается, что у меня есть нож, который каждый раз при закрывании смазывается ВД-шкой, каждый раз при открывании клинок в ВД-шке, и я им не могу порезать продукты. Для того, чтобы порезать продукты, мне надо конкретно вымыть и клинок, и желательно вымыть весь осевой механизм. Тогда смысл мне был туда брызгать ВД-шку. Так что вот с ножами, особенно ну, с теми, которые с продуктами контактируют, тут как-то надо 10 раз подумать, стоит или не стоит использовать ВД-шку. Ну а с остальными блоками, да, почему бы нет. Итак, вот такое длинное, нудное видео о возможностях вот такого классного, да, достижения нашей цивилизации, как ВД-40. Всем спасибо за внимание. До свидания.